Они ушли, но непременно обещали вернуться. Первая группа призывников отправилась из окружной столицы в распределительный пункт Архангельска. Будущих защитников Отечества по традиции провожали родственники, друзья и представители власти. На солдатских проводах побывала и моя коллега Алина Вучийская. Возвращайтесь, самое главное, здоровыми. Возвращайтесь обязательно, чтобы у вас появились новые друзья. Пожелания и последний инструктаж перед отправкой. Автограф в журнале безопасности, мини-презенты с самым необходимым. Ручка, блокнот, станок и пена для бритья. Уже через несколько часов эти парни попадут в абсолютно другую атмосферу. Они станут солдатами. Проводов новобранцев терпеливо ждут родные. Матери волнуются и плачут, отцы гордятся за своих чад. Александр Грошенко и сейчас, спустя многие годы, вспоминает о службе лишь хорошими словами. Говорит, возмужал в армии, стал самостоятельным. Поэтому и сына отправляет со спокойствием. Душой. Чувства нормальные. Надо служить, с родине долг отдать. Парень служить хочет, поэтому спокойно идет в армию в первых рядах. В первых рядах уходят, как правило, те, кто не бегает от военкомата, и служить идет с большим желанием. Вот и сын Александра Грошенко, Кирилл, в их числе. Я осознанно пошел после института, чтобы была эта, так сказать, галочка, чтобы потом куда устроиться хорошо, ну и вообще с чувством ответственности, потому что это честь идти первыми. Ну, немножко, естественно, боязно, но у нас коллектив хороший идет, пока будем держаться все вместе. Среди первой команды и те, кто только окончил школу. Самым младшим едва исполнилось 18. Всего же в призывную кампанию 2015 года служить отправится порядка 150 юношей. Нести службу они будут в различных родах войск Северного флота, Западном военном округе, внутренних войсках МВД. Получается, что мы сейчас отправляем первую команду. Вернее, это не одна команда, а три команды идет на Северный флот. 12 человек уходит. Пацаны пойдут водителями, кто-то пойдет в учебку учиться, ну и кто-то пойдет просто служить обычной службой. Контрольное построение, пересчет, все 12 первых ласточек на месте. Впереди дорога в новую жизнь. Последние напутственные слова – объятия с родными. Они уходят, но обещают вернуться. Вернуться уже через год повзрослевшими, возмужавшими. Алина Вучийская, Антон Водряков, телеканал «Север».